Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергиенко. Вот это мое рабочее место интернет-пользователя. И вот недавно я заметил такую непонятную для меня вещь. Когда выключаю компьютер, с этим процессом никаких проблем не бывает, вот нажимаю кнопочку завершения работы. Все, компьютер выключается. Вот он выключится сейчас окончательно. Вот мышка погасла. Вроде бы выключился. Но, как я уже раньше рассказывал, он выключается в этом случае не совсем. Еще мигают некоторые лампочки. Вот внешние диски тоже продолжают некоторые крутиться. Ну, я этот вопрос уже уточнял, и выясняется, что все-таки когда компьютер выключен, но от сети он все-таки не отключен, в нем все равно происходят определенные процессы, не буду входить в детали. Поэтому, чтобы, например, избежать разных там проблем, вот, например, компьютер выключен, а диск вот продолжает работать. Почему такое происходит? Я не знаю. Ну и так далее. И вот, чтобы избежать вот этих моментов, естественно, проще простого выключить компьютер от сети. Вот я выключаю. Не выключается. Выключатель сломался. Ну ладно, ничего страшного. Вот я выдергиваю компьютер из сети. Все. Тут уже, конечно, все. Выключено окончательно. И диск уже не крутится. И лампочки никакие не горят. Вроде бы вопросов нет. Но я столкнулся еще с таким нюансом. Вот я компьютер выключил. Прошло какое-то время, мне нужно снова работать. Я компьютер включаю сначала в сеть. Вот этот удлинитель крайне неудобный, как оказался, и выключатель уже не работает. Вот я включаю компьютер в сеть. Включил. Он, конечно, не включился, но он выключен. Но почему-то вот начинает опять работать мышка. Причем, когда я его выключал, она не работала даже при включенном в сеть компьютере, а сейчас почему-то заработала. Опять заработали внешние диски. Все это как-то непонятно. Вот почему это происходит? Когда выключаю компьютер, но от сети не отключаю, мышка же тухнет. А вот сейчас компьютер выключен, просто в сеть его включил, мышка заработала. Но вот у нее такая иллюминация, такая вот мышка, поэтому это очень хорошо видно. Ну, как-то вот это странно. Что там происходит в этом компьютере? Я дилетант, не понимаю таких нюансов. Вроде бы страшного в этом ничего нет, но какие-то такие вот странные моменты, они меня обескураживают. Ну вот сейчас компьютер включаю, и другие диски заработали внешние. Ну, у меня вот три диска сейчас, потому что они у меня в работе, поэтому я их даже не отключаю от компьютера, ну потому что постоянно ими пользуюсь. И вот видно, компьютер включается, вопросов нет, мышка продолжает сиять иллюминацией вот этой небольшой. Все, вот все, включение компьютера состоялось, сейчас подключится интернет. Ну вот какие-то окошки тоже почему-то выскакивают, это я не знаю тоже почему. Вот компьютер включился, все. Вопросов нет. А вот этот вот момент, он, конечно, пустяковый. Почему так ведет себя мышь? Почему она работает при выключенном компьютере, когда я включаю компьютер в сеть? Вот такая вот странная история. Может, кто-то разбирается хорошо в этих делах. Я понимаю, что это пустяки, но просто очень любопытно. Подскажите, пожалуйста, буду очень благодарен. Я дилетант, мне все это очень интересно. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.